Контролон лазам пункту лаглар се шакушты гананда сашышты, умай чауарх дашхатты фафылдар куши, шуткама сашым бал умай бира фылдар, радыла он смингай хатугата маканынс фылдар ай фылдар. Гурзышто не мараны шартахижы мачикавы удоны кауы уаварым барын. Фантахош санты ахош актауы ашташам майы, хуматак саржетан гурзымас сауны баркай шоқт код той ой. Бынат мараштышты науасқа шчетадар, шермагмасын бакашым. Мингайха тулгата карадиев адылны халышты, рады дарху салдар километры. Амакаду азан пункт ныртака якомышай фылдар кушы, ваттар радк аттарнаканы. Адам хурыбы малауын сфараш чахатай фылдар. Кондиционерта дар алыха тулгайнай. Камаи шудон тая арахна кушын канынз. Артак фаштауарс канынз. Уманы мамасашын калмалкашсышты уйна жонынз. Мингай адам шехшан швалла тажаратта инвалидта ама анкалсаушыл коймакта. 9 часов, знаем, 6 утра. Подходили к сотрудникам, говорили, что у нас беременная женщина. Сказали, как бы вы не единственные. Здесь с нами машина вот едет тоже, там парень инвалид. Объяснили, тоже сказали, никакого понимания. Как бы, и все. Вот, сидим, ждем. Зашли на чат Ларса. Там из 6 работающих стоек работает всего 3. И из них 2, по-моему, на грузовик. То есть вообще, а до этого стояли, говорят, вообще сутками. То есть нам еще все говорят, что вам везет, что вы хотя бы чуть-чуть едете, но это какое-то безобразие. И главное, никто ничего не знает и никто ничего не говорит. Ахамышты радшав жардара на вартаку шиштой уйфашта. Уазан пункты шарты проект магашка куама бома ахижа артамин фарашшада артынықша жадай маджа. Амасы паршада хатулгая. Нартака куша якомышай аштхатты фылдар. За последние сутки через Верхний Ларс из России выехали 1312 машин, въехали 1098. Актуальная информация о ситуации перед пунктом пропуска размещена на сайте Северокавказского таможенного управления. Нартака уазан пункты саунцарашта донкуштыта уйфарсы фандакты намаз дуадаш фафылдарузан. Автаха тулгатанузан фада тараны шарты анакулым патаях ежинан. Зазойты Фатима Томайта Алана Кокойты Владимир Ирштон Хабарта.